Привет всем! Если вы сейчас смотрите это видео, значит, вы уже сделали самый важный шаг на пути к жизни без сигарет. Вы приняли твердое решение бросить курить. Помните, это решение должно быть осознанным и бесповоротным. Важно понимать, что курение – это не просто вредная привычка, это настоящая зависимость. Осознав это, вы сможете лучше подготовиться к непростому процессу отказа от сигарет. Один из методов – постепенное сокращение. Например, можно уменьшать количество выкуриваемых сигарет на треть каждые 5 дней. Так вы плавно придете к полному отказу. Не стесняйтесь искать поддержки у родных, друзей, коллег. Вместе бороться с зависимостью легче. Не забывайте напоминать себе о причинах, которые побудили вас бросить курить, о том, как это улучшит ваше здоровье и жизнь в целом. Найдите себе здоровые заменители курению. Займитесь спортом, найдите хобби, начните медитировать. Все это поможет отвлечься и справиться со стрессом без сигарет. Старайтесь избегать мест и ситуаций, которые у вас ассоциируются с курением. Это снизит риск сорваться и поможет вам укрепиться в своем решении. Обращайте внимание на положительные изменения в организме, которые происходят после отказа от курения. Вы дышите легче, энергии стало больше, и это только начало. Если чувствуете, что самостоятельно справиться не получается, не стесняйтесь обращаться к специалистам, психологам или наркологам. Они подберут для вас дополнительные методы борьбы с зависимостью и окажут необходимую поддержку. Следуя этим советам, вы в разы увеличиваете свои шансы на успешный отказ от курения и значительно улучшаете качество жизни. У вас все получится, я в вас верю.